Так, начинаем проходить Outlast и дополнение к Outlast. Секундочка. Проверка громкости. Вроде нормально в игре, не громко звучит. Трансляция идет? Идет. Поехали. Все вылазит. Вроде все. Опа. Чё? Я новую игру нажал? Чё? Так же вроде не так начинается. Не так. С улицы же новая начинается. Нет, это не новая игра. What the fuck? Новая игра? Нормальная, высокая, кошмарная. Все нормально будет. Да я играл давно когда-то. О, все, едем. Салазар, комиссар департамента сельского хозяйства заявил, что погодные изменения связаны с развитием скота. Что нельзя ходить посреди стационар? Это новости, нахрен я читаю. Зачем? А, я сам пресса. Так, мышка нормально вроде, адекватно шевелится. Настраивать не надо. Мы знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрическое исследование Меркков в Mountain Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю, и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что должно... Дождалась их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Окей. Ну, это же клиника. Конечно, зарабатывают на людских страданиях. Чел ты. Sony? У нас камера Sony? Это реклама? Ай, противный звук. Че, это инфракрасный? Ой, инфракрасный говорю. Ночное видео с таким звуком включается дебильным. Ну, красиво, кстати, сделан закат. Нарисован он. Вот это можно было снять. Красиво. Моя машина. Джип. Красный. Красивый. Как вам? Как режим менять? Это я прыгнул. Так, а как бегать? Shift? А чё не... Никого здесь нет. Что, камера быстро вращается или не быстро? Не понимаю. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы открыть дверь, медленно удерживайте левую кнопку мыши. Окей. Понимаю, камера быстро... Размытие есть? Нет? Ну-ка. Параметры. Графика есть размытие? О, общительный взгляд какая-то. Громкость, окей. О, размытие. Спасибо. Как бежать? Это присесть. Я могу бегать вообще? Это прыжок. Удержите левый shift. Это мы так бежим с такой скоростью? Кайф. Открывайте. Чего за машины такие боевые?
Ничего у них дырка в заборе. Лесенка. Оп. Я в кустах запутал. Почему я не по прямой прыгал, как-то в боком? Что-то мухи летают здесь или что? Ну да, мухи. На свет. Окей. Что за звуки противные? Здрасте. Ну конечно. Противный киск. Да не в ту сторону. Открой в другую сторону. Камеру можно убрать. Блять, кто это сделал? А, телек. Окей, двигаемся. Сюда? Так. Кнопка J. Психиатрические исследования мерков. Ну так, 19 лет, пол мужской, Карл Хьюстон, не проверен. Состояние пациента отражает, что состояние самонаправленных, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. СПИМ-3 не обнаруживается... Да блин, ну что, серьезно, я не буду это читать. Мне насрать на пациентов каких-то. Так. Это было? Нет. Это же не моя? Не мои... А, это мои отпечатки, это я уже там. О, я вам весь этот... Пол испачкал. Кто-то закрылся. Пустите. Сволочи. О! Лол. Руки надо помыть. Срань какая-то. Холодильник не открывается. Две микроволновки. Нормальная столовая. Стола, правда, нет. Там есть что? Я там был? Чел, что ты там стонешь? А, это чел, который прятался от меня. Здрасте. Закрыто. Фак. Зачем так пугать? Тяжело. На шкаф можно залезть? Нет. Чел, давай, пугай меня. Предсказуемо. Окей.
Так, куда челик ушел? Туда мы не пойдем. Здравствуйте. Ауч. Здрасте. Да никто. Как камера не разбилась? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Чуваки прям делали старательно, смотрите. Ковер, плитка начинается. И тут они... Металлические штучки вбили даже шурупами. Ну, правда, шурупов мало, но сам факт, что разделителем между плиткой сделали и ковром. Кайф же. Наверное, заснять надо. Почему камера такая херовая? Почему так плохо снимает? А, надо режим этот выключить. Да фак, хватит. Топ-секрет взять. Жи. Так, куда идем? Вон дверь открытая. Заперто. Бу. Бу. О, это не твою руку мы в унитазе видели? О, еще один чел. Ладно, смотрите, не отвлекаем. Что это делаю? Зачем сюда зашел? Кто-нибудь есть? Че ты там сопишь, блядь, чел? Ладно, сидите, ребята. Не отвлекаем. Вечер не взял в той комнате? Зачем она нужна? Что, вас надо было взять? Непонятно. Ну, вроде ничего нет. А, сюда, наверное, пролезть надо было. Или тот же самый коридор? А, нет. Вот. Здрасте. Да, блин. Дайте батарейку, ребят. О, у меня есть цель.
Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. А зачем? В плане, я могу в то же окно выйти, в которое я зашел, не? Если мне так надо выбраться из лечебницы, то я могу выйти так, как я зашел. Ну и нормальные ребята. Сидят, телек смотрят. Никого не трогают. Бу-бу-бу-бу. Кого вывозь? Сейчас вырву, чел. Че тебя вырвать? Заставка. Засняли. Для потомков. Так, а что мне дало? Ключ от чего? Ну, прям внимание к деталям есть, я смотрю в этой игре. Таким бытовым. Лифт работает? Не работает. Забавно. Так. Выбраться из лечебницы. Карточку я когда получил. Куда я приложить? Ну, в принципе, выбора у меня не так много. Тут все заколочено. Там я был. Лифт по какой-то причине не работает. Дверь закрыта. Идем сюда, видимо, или вниз. Пойдем сюда сначала. Че этих оставили, вот этого сломали. Туалет. Бу. А че за кабинка, где унитаза даже нет? Я бы сказал про внимание к деталям. Свидетель. Опять рука? Опять рука. Кто-то рофлит, руки в унитаз засовывает. Здрасте. Есть кто? Там у него что-то есть. Мне показалось. Типа горло вскрыли. Батарейка. А какого хрена? Кто это сделал? Типа следы от пуль? Видимо, да. А, вот отсюда карточка. Так, а можно сразу же закрыть? Сразу же замок. Да нет, закрой. Так, лифт вниз. О, дяденька, мы вас видели. А зачем? Так, стоп. Кто-то ходит там или нет? А, мне не кажется, что кто-то ходит. Здрасте, дяденька. Это вы меня кинули? Я шлюшка? Ты чё? Ты чё? Жирный. Пшёл вон. Уходи. Ну чел, съеби.
Дай поиграть. Уходи, уходи, уходи. Сам шлюшка. Так, подвал, значит, где-то там. Где я лифт видел? Здесь? Здесь. Можно пролезть? Закрытие, что делать? Папочка. Читать мы, конечно же, не будем. Так, что звуки страшные? Ты что, гробы? Сторож рум, электрик рум. О, электрик рум нам туда. Камера сидит. Кто говорит? Блять, кто говорит? Я думал, автоматически будет меняться. Так, спрятаться в шкафу. Да? Ничего мне. Кто так ходит? С таким топотом. Не можешь выходить? Не понимаю. Я думал, кто-то придет. Блять. Кто-то пришел. Блять, я застрял. Чел. А где выход? Завязывай, завязывай с этой хуйней. Давай закроем. Все? Ну вроде все. Надеюсь. Куда я только прибежал, непонятно. Тут закрыто. Так, вы какой-то хрен ходит теперь. И где я теперь не знаю, откуда я прибежал. Где этот хрен ходит? Батарейка? Показалось. Так, я через стол перепрыгивал, это точно. Тут что? Или через эту херь перепрыгивал? Что-то я перепрыгивал явно. Опять батарейка садит сюда? Что так быстро-то? Он опять придет сюда. Ну придет или нет? Я вроде запустил. Блять. Куда? Нахуй ты сюда идешь? Hello. Да блять, какой hello! Перепрыгивай, блять! Перепрыгивай, сука! Ну там, что ты... Он дверь не умеет открывать. Это огромный плюс для нас. В смысле? А я что, не включил бензонасосы? А что я включаю это вообще?
Я что-то включаю, но это не бензонасосы. А что тогда? Чел, ты ушел или нет? Ты дежуришь там? Или ушел? То есть ты дежуришь в комнате. Как увидеть? Ну вот же бензонасос. А что до этого включил? Блять, чё завязывает? Блять, сука, хватит меня бить. Чё я тебе сделал? Опа. Блять. Где кнопочка? Почему мы не можем палку ему взять и в жопу засунуть? Он же шиз. Это я попердую такие звуки сдаю, кряхтящие. Блять, чё опять? Да вы прикалываетесь. Кто? Опять ты? Да я насмотрелся, чел. Там чувак катается. Смешно выглядит. Где? Ну, камеру оставили. Так, что нам? Заметки добавляются в блокнот, только если ваша камера подняла, фиксирует профиль. А зачем заметка нужна? Бля, ничего не видно. Раст, чё? Rest in peace. Покойся с миром. Это мне уже? Дяденька, здравствуйте. Спасибо. Ты мне говоришь? А ты меня открыл или вообще другой чел? Но он бежал сюда. Он бежал в соседнюю камеру, что ли? Ты открыл меня? Там никого не видно. Ну, допустим. Открывайте. Ну, у тебя лицо, чел.
Здрасте. Это ты сделал? О, привет, человек. На стриме можно такое показывать? Чё, Биба и Боба, два брата. Здрасте. Чё у него с прической? Вы меня тут уже делаете, ребята? Это так мило. Ты с кем разговариваешь? А, ну я понял. А это не меня. Это ты меня толкаешь, или ты чё, чёрт? Ты как это делаешь через стену? Ну-ка сделай еще раз. Не понимаю. Ну тут понятно. А, во все вот эти углы бьется, как я понимаю. Щелочка. Нашел рандомную щелочку. Видимо, сюда и надо. Кто там встанет? Ты станешь? Это можно на стриме показывать? Ну, ладно. Допустим. А, я больной, он говорит. You're sick. Ну, рация есть. Батарею я не видел, кстати. Я видел рацию только. Тут открыто. Там, видимо, закрыто, да? Угу. Ну, а тут человек со мной разговаривает. Говорит, оставьте мне одного. Ну, в покое, ладно. О! Кто ты? Ну, какой быстрый. Блять, напугали. Следую за кровью. Окей, я тебя понял. А, тут так и написано было. Ну, откройте, не? Чё не так? А, я туда пришел. Кто говорит? А, вот мне стрелочки нарисовали. Окей. А, это вот этот чел говорит. Don't not drain. The drain. Что такое drain? Видимо, сюда. Преследователи? Понял. Открой. Закрой. Блять. Чел, ты меня напугал. Зачем я сюда пришел?
Видимо, пока не сюда. Тут я, видимо, должен прятаться. Ну, след туда идет, да. Я заснял, чё. Он видит меня? Макушка моя видит. Ты за мной следишь? А, не, все нормально у нас. Ну, походу, мне за него надо идти. Блять. То есть их два стоит, хрена. Ты тоже за мной побежишь? А, ты френдли? Не, все кончилось? Блять, не кончилось. Не-не-не, в соседнем. Да, блять. Чел, отстань. Чел, въеби ему от меня, за меня. Он громко шумит, я вообще... Тише, тише воды, ниже травы. Я в соседнем шкафу. Ага. Да-да-да, в нем. Че, ушел? И зачем я здесь? А. Follow the blood. Блять, чел. Да, ты туда-сюда ходить будешь? Я вообще не от того чела прятался, зачем? Батарейка. А, видимо, сюжетную дверь открыла мне. Блять, закрыто. Блять. Прячемся. Батарейка? А куда мне идти? А я думал, это сюжетная дверь. Нахрен ты ее открыл тогда? Я бы дальше пошел. Это он же?
Закрыто. Ну, а ребята, вы уже здесь? Нам не сюда идти надо, к вам, ребята. Сюда прыгать? Подождем пока. А, ну тут в принципе некуда больше. Ну ладно. Сюда так сюда. Че, я к ним иду прям? А, это там внизу чувак головой бьется. Папочки собираем какие-то. А тут другая заставка. Что-нибудь видно на камерах? А, ну это дверька, получается, которую я видел, да? Батарейка. Кайф. Так, там открыто. Но стрелочка сюда. Ну а зачем здесь открыто? Понял, здесь ничего, здесь не закрыто, да? А? Чел бегает. Веселый. И тут закрыто. Ключ. Спасибо. Какой-то движ происходит. Всем весело. В душу уйдем. Откройте душевую, хочу помыться, ребят. На всякий случай закроем. Что там было? В какую-то дырку запрыгнули. А, меня кто-то видел? А, они были, я их даже не увидел, просто рандомно в окно запрыгнул. Ну, а, не рандомно, на скеле, конечно же. Видел открытое окно, запрыгнул. Закатить его. Я уже 15 минут наснимал. Хожу, какие-то дела собираю. Ты что, страшные звуки? Так, откуда я пришел? Отсюда, видимо.
Открыто. А это? Тоже открыто. Так, это что? Закрыто. Так, стоп. Дай-ка закрою пока. То я знаю эту игру. Эта штука открылась такая случайно. Чел, ты где? Что-то прилагал, он два раза шел. Эй! Эй, чел! Лишь туда. Окей. Эффектно упали. Это, наверное, надо заснять кучу. Какая хреновая камера, если честно, снимает прям ночью. Так себе. Подожди, ты тут головой бился, чувак, не? Это кто-то за мной идет? Эти два чувака, что ли? Которые мне все угрожали? Я слышу, но не вижу. А, это этот хрен ходит с цепями. Темно же, как ты меня увидишь, чел? Он, наверное, ваншотает, если те меня чуть-чуть били. Где он? А, дверь ломает, да? Блять! Какого хрена ты тут оказался? Спасительная дуречка. Не ждал я его увидеть там. Душевая написано. Собственно. Блять. Ты меня типа пугаешь, чел? А ты сам пугаешься? А, это то, что я видел, где голову чуваку он отрывал. За мной будешь ходить? Почему я прилагал здесь? Ладно, у вас тут весело. Да я вроде не особо боюсь. Спасибо. А, закрыто, то есть мне через этих шизов надо идти. Ты мне хочешь помочь? А, я понял. Сюда. Да. Ты что, обосрался? Закрыто.
Блять. Спасибо. Премного благодарен. Да. А, это нормально? Я вот к вам еще куба не поворачивался спиной. Откуда у тебя дело в камере? Свидетель? Наверх или сюда? Ключ нужен, да? Или актив? Вернее, inactive. Батарейка? Зачем? А, тут приемник, типа. Ай, блядь. Хуесос. Вот этого я и ожидал в тот раз. Ух ты ж, сука, какая. Я этого ожидал на уровень ниже. Где я, в камере? Спишь? А чего вы тут едите? Вас же тут очень много. А персонала нет. Вопросики. Так, мне сюда. Тут есть что? Батарейки, типа, или что-нибудь еще? Журнальчики, батарейки какие-нибудь есть у вас, ребята? Нет? Ладно. Идем в дырочку. Вода хорошо сделана прям. Учитывая, что игра древняя, прям красиво. Так, ну сюда мне не надо. Или посмотрим, что здесь есть. В шкафу можно спрятаться. Так. Мне прятаться от кого-то? Волрайдер? Волрайдер. Что бы это ни значило. А, я видел, как в дырку прыгали эти типочки. Понял, идем в дырку. Уи. Что это прилагало? Цель найти выход из канализации. А нахрен ты сюда залез? Чтобы выход искать? И закрыто. Свет в канализации. Щелочку можем пролезть. Че, следы кала какой-то? Че звуки? А, это бочка тут какая-то, типа. Из нее звуки.
Папочка, берем. Понял, идем в дырку. Камеру убираем пока. А, открыл две заслонки. А, они даже нарисованы на карте. А где я стою? Ладно, сейчас разберемся. Тут хотя бы свет есть. Ага. Ты же меня не видишь. Ну, по идее. Блять, ты видишь меня, да? Блять, как больно. Ничего не вижу я. Что, что они тупые? Опс. Чел. Чел, не трогай меня. Дай заслонки открыть, пожалуйста. Походу, здесь одна была заслонка. А вот тут вторая должна быть. Ебать, коридоры. Дырочка, лезь. Блять, он там стоит. Глаза светятся. Ну, а это... Ты где зашел, что ли? Да? Или это что-то другое? А, не. Крутим. Идем. Как ты меня заметил? Я вижу твои ноги. Чел, съеби. Уходи. Да сука. Я думаю, может сократить, придется оббегать. Блять. Тут закрыто. Да, это та комната, где я прятался. Он прибежит сюда? Да? Блять, спрячусь. Если он прибежит сюда. Или не прибежит. Или я могу спокойно идти. Ни хрена не видно. Вспомни, где лестница была. Я, сука. Не дай бог он меня здесь увидит. Как ты меня услышал, сволочь? Лезь!
По крайней мере, этого чела теперь здесь не будет, надеюсь. Или он спустится по лестнице. Воу. Ай. Че за говно, почему? Почему кусок экрана поплыл? Сначала залазим в канализацию, потом ищем выход из канализации. Вот такие мы ребята. Священник? Так. Что полицейский делал с канализацией? Ты меня видел, да? Ты ж гуля. Ты гуль? Есть батарейки? А если найду? Кровушка. Ну я в мейл пойду. Окей. По батарейке перезаряди. Что за звуки? За дверь открывается или нет? Чел, хватит стонать. Так, чё, куда? Просто наверх? А, это эту дверь я видел, получается, вмятую. Не, нет. Ну ладно. Чё, они одинаково выглядят? Батарейка? Нет батарейки. А, вот это, может, дверь я видел? Почему мне две двери одинаково выглядишь? Ой. Закрыто. Так, дырочка туда. А куда мне? Да, в дырочку глянем, что там в дырочке. Или я мог оттуда сразу сюда попасть. А, тут батарейка, серьезно. Вот сюда я ради батарейки шел. Ну, спасибо.
Так, слепые. Это же самая комната, другая комната. Непонятно. Вроде другая. Можно быстрее. А, можно быстрее. Так, подождите, там туда можно было. Тут дверь. Ну что ты пафосно ворвался? Ну сюда же можно. В дырочку. Смотрите. Что там воды набрал? А, или мне показалось. Не, можно же. Открытое пространство. Что-то по воде идет с цепями. Этот хрен. Он рядом. А куда мне надо? Я слышу его, но не вижу. Он здесь. Куда мне надо? У меня 3 батарейки осталось. Что это там? Туда надо? Там лестница? Сейчас посмотрим. Можно какой-нибудь визуальный указатель? Ну, из визуальных указателей только один. Или он туда? Это не трогаем. Это он стоит? Это не он стоит? Непонятно. О, вон еще лестница. Ага, иди сюда. А где этот хрен? Я его слышал. Я его слышу по-прежнему. Он меня слышит. Он меня видит. Убежать, убери. Закрой. Он поднимется или нет? Я зря паникую. Наверное, нет. Я думаю, он не умеет подниматься по лестницам таким. В плане, в техническом плане, что в игре это не продумано. Блять. Вернись, пошел ты. Ах ты ж сука, какая. Закрыл. Что здесь? Блять. Окей. Внезапно для меня. Так, это... В другую, надеюсь, сторону идут, что-то одинаково все выглядит. А, нет, назад иду. В смысле, как назад? А, ну да, назад. Опять я здесь. Чел прибежал, окей. Слишком много, дофиг, много людей здесь, в больничке.
Лесенка наверх. Тут что-нибудь есть? То есть до этого мы видели кучу трупов, это нам было все равно. Вот это мы запишем. Окей. Доберись до нижнего этажа морского отделения. Что было написано? Двигать что-то можно? Ай. Погодь. Там что-то светится. В другую сторону двигаем. Кто стучит? А, это я стучу. Здравствуйте. Как вам в нашей поликлинике? Не, больница получается. Все устраивает? Хорошо кормят? Ни на что не жалуетесь? Ну ладно. Сначала пальцы, потом яйца, потом язык. Допустим. Ладно, не яйца, а шары. Что за звуки? Кто делает? Ты делаешь? Ладно. Сюда посмотрим. Здесь же я не был. Ага, и не буду. Кто стучал? Закрыто. Классика. Закрыто, да, вырофлить. Куда идти? Кто там пердит? Батареечка. Чуть не пропустил. Закрыто. Там чел какой-то сидит. Дяденька. А куда? Взято, прочитано, типа. Почему скрываю следы, оставляю везде? А, вон куда. Не подсвечивается. Кто пердит? Я мог в ту сторону запрыгнуть, интересно. Да я понял, что эксперимент. Закрыто, ребята. Смотрите, как прекрасно сделана розеточка. Ну как, электрическая хрень. В трубах, все как должно быть по электрике.
Кто дизайнил игру, тот явно что шарит. В строительных работах. Ой, вы все сюда? Я тут розеточки разглядываю, вы вот так вот ко мне идете. Мне кажется, я бы мог раньше запрыгнуть, чем катить этот шкаф к стене. Ну да ладно. Да, я видел такую надпись на стене. Блядь! А как? Так вышло. Лол. Лох. Я умер? Так задумано? Как я не долетел? Не, ну я по идее должен прыгать, наверное. Серьезно, отсюда? А кто не хочет мяса, чё? Какого хрена я упал? Должен быть. Дверь я закрыл. Так, здесь сюда. Здесь сюда. И как я упал, сука? Летели голые чуваки два. Их там что-то три было штуки. Вот эта дверь? Вы про нее? Это закрыто. А это куда? Так. Чуть не догнали. А, вы другую дверь ломаете. Кто говорит? До свидания. Теперь я посылочка. Спасибо, чел. Спасибо, вкусно. Накормил. Ну, в принципе, я не против. Звучит неплохо. Он сказал мартини и ланч. Да, я за. Священник меня спасет? Ты ж мне ничего не вколол, или вколол? Че все едет? А, можно, да? Да-да, я не против. Пусти. Нет, смешно, смешно. Давай. Да не, я не против. Погуляем там, по воздуху. А ногти стричь не пробовал, чел? Так, вижу. Вижу. Можно лезть наверх.
You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. У меня даже будет своя палата, прикольно. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just Хорошо. Wash up and home movies. And it'll give us a chance to talk. У тебя жопа голая, чё? Не смотрю. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just... Да, я заметил, какой-то псих. Что, тараканчики? Что, не похоже на тараканчиков? Похоже на больших муравьев. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? В смысле, с двух сторон? Все пальцы мне офигачишь? На обоих руках? А, разные пальцы. Окей. А, мышкой надо шевелить. А я клавиатурой. Ну и дурак. Неважно, как мы выбрались. Можно перебинтовать это говно как-то? То есть ты видел столько трупов и до этого не блевал, а сейчас решил проблеваться. Ну, допустим. Тоже доктор не умеешь открывать двери? Где он? Может, батарейка есть где-нибудь? Чё, я тебя здесь не слушаю, я ищу батарейку. Видимо, нет батарейки. А, закрыто? Внезапно. Я думал, мне надо искать выход, а он сам открыл мне дверь. Это двигать? А, подождите. Это, наверное, я зря? Двигай обратно, чел. Не? Противный звук все-таки этой ночного режима. Аккуратно или заново, чуваку ногу делает.
Как тут нет туалета? Вы что, рофлите? Что, зачем нужна эта кабинка, если тут нет унитаза? Почему мне не добавили унитаз? Суки. Я говорю, что у них так все хорошо детализировано. А унитаз, блядь, не добавили. Это фишка какая-то игры. Сука, как ты меня нашел? Блять, я застрял, дай перепрыгну. Не-не-не-не, чё? Я застрял. Отстань. Там я был? О, там что-то лежит. Ладно, посмотрим. Опять туалет. Чё, ты сзади меня? Нет. Чё, музыка не прекращается? А. Как ты определишь, что я здесь? Это не поднимается. Ай. Ты принципиально через эту дверь не ходишь, да? Он решил с этим разговаривать. Закрыл. Это я ору. Сижу в шкафчике и ору. Как он меня не видит и не слышит, если так ору? Нет, тут до хрена шкафчиков, тут понятно. Куда он ушел? А, он в кабинке сидит. Где он говорит? Ладно, как-нибудь без меня, да? Опс. Без меня не получится. Где ты? Сохранение. Туалет. Ладно, в туалетах обычно ничего нет. Кресло это для меня, да? Что за этим хреном сюда идти? Или он сейчас придет отсюда? А, нет. Ключ. Окей, ключ от чего? Блять. Где-то хрен. Я бы мог под кроватью спрятаться, но я думаю, он дальше пойдет, я прибегу просто. Батарейки не было?
Капец, сколько еще ходов. И куда мне идти? Подожди. Ты где я был? Где лифт? Я же его видел. Все, поехали. Блять, какого хрена? Какая катсцена? Лох. Возьми вот эту штуку у него. Ах ты ж. Сука. Сука, я лесный. Мог взять. У нас был бы хотя бы какое-то оружие. Быстро чел сдулся. Закрыто, да? Так, это я тут бегал? Или это другое место? А мне куда? До нижнего этажа. Окей, значит мне не вверх. Логично, кто бы мог подумать. Это даже достаточно нижний. Батарейка здесь? Здесь батарейка? Батарейка! А значит, зачем это все? Так, там кто-то был или мне показалось? Показалось. Для сохранения. Что-то будет? Кто-то стоит? А, священник. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Откуда мы знаем, что его зовут отец Мартин? Он представился нам? Дверь. Пять туалет. Фотоаппарат можно было взять? Не, может там что есть интересное? Нужно ли нам для дела? Так, но в туалетах ничего нет. В туалетах можно прятаться. Я забыл, откуда я вышел. Отсюда я вышел. Камера здесь не нужна? Или нужна? Нам, видимо, сюда. Мы же тут от угарного газа не погибли? Used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. А где? А куда? Сюда? Ну, в реальности я бы уже сдох здесь. Да любой будет. А пролезть? Во-первых, тут угарный газ, во-вторых, температура. Что за застрял на месте? Есть кто? Мне огонь потушить надо. Здесь это как-то подсвечивается, чтобы я понял.
Опять заслонки. Опять от кого-то бегать. Кафетерия там. Ванная там. Ну. И как не ванная, а душевая получается. И прачечная. Да блять, ты опять. Тут только один шкаф, чел, он нас достанет. В принципе, нет способов здесь ошибиться. Да-да. Кто бы мог подумать? Здрасте. Я видел, как ты голову отрываешь просто с одного этого. А меня просто кидаешь. Спасибо. Кафетерия. Бля. Я застрял! Он отстал. Или он достанет меня? Ты достанешь меня? А я ушел. Купаться. Блять, он может сюда прийти. Да? Можешь сюда прийти? Не можешь? Ладно. Меня вымоем. Давай его сначала закончить, а потом посмотрим. Чел воду дали. Можешь полоснуть его. Блять, чел. Блять ты. Закрой, пожалуйста, дверь. Шкаф опять один. Не вытаскивай меня, пожалуйста. Чё, ты не слышал писк? Как мне узнать, что он ушел? О, блин, уже спать пора. Ладно, сейчас до сохранения дойдем. Рубильники включу. Я не знаю, ушел он, не ушел. А ушел, вон он стоит. Не поворачивайся, пожалуйста. Так и что? Это ж не та комната, где рубильники. Просто какой-то офис. Где этот хрен стоит? Он ходит. Лаундри рум. Окей, это здесь. Да ты заебал. А тут двери нет. Как ты сюда-то бежишь? Там вон дверь есть. Чё сюда бежишь? Тварина. Это заебало. Просто чё. Показалось! Здрасте. Куда-то бегу. Надеюсь, туда, куда надо. Не совсем. Не дотянешь даже. Или совсем. Куда надо? А, ну тут... Это изначально сюда пришло. Отсюда. Он ушел? Ты ушел, чел? Можно вылазить?
Вон ты ходишь. Надеюсь, это ты. А не здесь стоишь. Так, и куда я здесь шел? Красиво. У меня вода красиво сделана. Игра, на удивление, хорошо выглядит. Учитывая, что и сколько лет уже. Прям и свечение, и вода, и все такое красивое. Чел, я все потушил, ты рад? Или ты мне сейчас вломишь за это? Так, и нахрена, кстати, это сделал? То есть мне огонь здесь что-то не давал сделать? Наверное. Найдите от самого снаружи. А, снаружи вообще. А нахрен ты включил воду здесь? Чтобы что? Но огонь же только в этой комнате был. И зачем я это сделал? Огонь был только в этой комнате, я ее пришел. Я застрял. Куда я не мог пройти из-за огня? Оттуда я пришел. Логично. Может, какие-то двери открылись из-за огня? Мне вообще не сюда надо было. Ну, не из-за огня, в смысле. Из-за этой. Из-за пожарки. А, может, тут все горело? Нет, тут я тоже был. А куда? Можно стрелочку на карте? Это я туплю. Ну все-таки что-то здесь. А, вон какой-то проход. А как? А где? А как? А где? Или это так чисто? Для фона. То есть, но огонь же был только здесь. Значит, здесь должно что-то быть. Да фак. Не, он так не делает. Ну, либо пожарная система открывает эти запертые двери. Я не понимаю пока. Пока непонятно. Блять! Сука! Вот это меня напугало. Это реально было страшно. Значит, все-таки сюда надо. Exit! Yeah! О, идет сохранение. Все. На сегодня все. Всем пока.